Сегодня штормовое предупреждение, даже дамбу хотят закрыть. И сейчас пойду тестировать Сарго 31 в шторм. Ходить в море и посмотреть, как она себя ведет на волне, замерить скорость, ну и вообще посмотреть, как лодка себя ведет в таких погодных условиях. Вот стоим даже в реке, сильно качает. Сегодня сильный ветер и даже волну даже в реке разогнало. Что, в принципе, нам и надо для теста. Ну, какая волна даже в речке. Называемая нагонная. Да. А мы сейчас как раз пойдем там, где ветер с течением встречается. Вот такая ситуация в реке. Еще не прошли даже Петроградскую сторону. В реке уже волна, которая забрызгивает на рубку. Редко такой ветер бывает, но осенью, кстати, почаще. Хорошая погода. Вот такой ветер сегодня выдуло, размотало штабель на яхте. Баллов 6, мне кажется, дует. Да, что-нибудь оторвать можно на них. Мачта, смотрите, как играет. Мачта, да? Пару ровно стоят. Волна у нас сегодня в реке. Ветром подсувает даже. Все себя прилично. Ну ладно, поедем дальше. Разорвало понтоны, пока мы ходили. Залез центрального яхт-клуба. Волна перелетает через пролив. Это 17 метров в секунду. Да, порывы больше начнутся. Срываемся. Здесь у нас тепло, уютно. И наверх. Почти не качает. Артем, служба спасения. Там гидроциклист ходил, может сейчас ему помощь понадобится. Не дай бог. Сначала нормальная идея. Ну пойдем под мост там пошли. Да, нравится мне, как мягко она идет. Комфортно. Единственное, что на стол не накроешь такую погоду, конечно. Только из горла. Суп из горла. Слушай, ну 9 узлов очень комфортно. Тут короткая, конечно, волна. Можно было бы и побыстрее, но волна, длина волны маленькая. Что-то метеоры не ходят сегодня. Странно. Да, редкое море. Все белое в барашках. Так вообще редко такой залив увидишь. Все белое. А смотри, что на стадионе творится. А, прикольно. Стадиончики комфортно. Погодка. Сейчас 20. Не, ну за 20 точно. Сейчас затопило. Там, похоже, станцию метро затопило. Все, воду заливает. Смотри как. Вот мы вышли в самую колбасу. Здесь волна такая приличная очень. Проваливаемся. Очень короткая волна. Но высокая, здесь ветер с течением встречается. Самое неприятное место у нас здесь, в Петербурге, с волной. Идем неплохо, медленно, но... Потому что волна короткая. Очень хорошо проходит, нравится. Комфортно. Посмотрим, какая волна сбоку. Длина очень важна длина. Я знаю. А длина это скорость, длина волны. Ага. Желудок здесь подымал. Ну, пошли. Но удара там в море несколько раз было. У нас такая редкость в Балтике и в Ладоге. Прикольно. Сворачиваемся на этой волне. Вот горизонт. Вот нас качает. Кстати, даже не так уж и качает. И не качает. Держусь как на ровном пути. Снимаю волны потом отдельно. Да, вон там бьется как волна. Слушай, прикольно. Вон что происходит у стадиона. Как на океане. В метро, наверное, затапливает даже станцию метро. Не, поперек. Так, ну что, наше приключение продолжается. Бело. Шикарные волны. Нас с половиной, да? Да, очень комфортно. Вот я сходил, оттестил лодку. Очень, кстати, хорошая погода, мне понравилась. Лодка прекрасная. Вот смотрите, как качает в реке. И вот пока ходил, уже затопило мостик, который где-то на метр выше воды. Вода прибывает и прибывает. Сегодня явно наводнение будет. Ну все. Спасибо лодке, спасибо погоде.